Ханты-Мансийск, магазин центральной компании «Югра-Торг». Сейчас почти 6 часов вечера по местному времени. Настоящий час пик. Люди после работы идут и хотят поскорее купить что-нибудь к ужину и наконец-то отправиться домой, отдыхать, смотреть телевизор, общаться со своими семьями. Но на пути встает касса и огромная очередь. Сегодня состоится установка первого бесконтактного терминала оплаты от компании «Импас», «Сбербанк» и «Виза». Сейчас мы найдем первого покупателя, который сумеет на себе испробовать все прелести этой услуги. Итак, первый покупатель, который проведет свою транзакцию по новому терминалу, найден. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите пару слов о себе. Как вас зовут? Наталья Кирилловна. Наталья Кирилловна. Очень приятно. Где вы работаете, Наталья Кирилловна? В пенсионном фонде. Ой, да вы что, работник пенсионного фонда? Я вот смотрю на вашу корзинку, у вас совсем небольшая покупка. Да, да, да. Сегодня вечером, да. И вам бы, скорее всего, не хотелось тратить много времени на очередь. Посмотрите, ну, вся да. за вами очередь, возмущаются да, люди, да. потому что они хотят сберечь свое время. Да, обычно да. это так. Конечно. У меня есть к вам особое предложение. Я смотрю, вы хотите расплатиться своей банковской карточкой. Спасибо. Как вы обычно проводите транзакцию? Ну, вы знаете, вот передаю как бы... Кассиру. Кассир да. проводит. Пока постоять, да, пока провести да. все покупки, это достаточно долго, конечно, согласитесь. Долго, да. Сегодня я хочу вам предложить новый способ. Обратите внимание на этот новый замечательный терминал. Красивый. Это терминал, новогодний. Да, новогодний, для проведения бесконтактных транзакций. Буквально секунда, и вся ваша давайте покупка попробуем. Вместе с вами уходит. Давайте попробуем. Давайте. Хочу пригласить сюда представителя компании Visa, которая вручит вам эту карточку. Здравствуйте, разрешите вам вручить предоплаченную карту Visa бесконтактную, по которой вы можете совершить бесконтактную транзакцию. Карточка с возможностью бесконтактной оплаты появляется из конверта. Вот она, посмотрите, какая красивая, крупными буквами Visa. Кстати, друзья, хотела бы сейчас, пока вы не провели, сделать небольшую паузу. Очень хорошо, что сумма покупки укладывается в 1000 рублей. Дело в том, что 1000 – это лимит. Маленькая покупка, абсолютно. Быстро, безболезненно, бесконтактно. Итак, пожалуйста, давайте попробуем. Так, та-да-да-да, вам ответственный момент. Итак, можно? Провелась. Вот это да! Первая транзакция бесконтактная в Ханты-Мансийске прошла успешно, друзья. Что вы чувствуете? Расскажите вообще, какие ощущения от того, что произошло? Ну, вы знаете, что как бы я не отдала в руки свою карту кассиру. Вот это, кстати, очень важно. Это очень важно. Безопасность. Затем, да, я сразу сама провела операцию. Да. Пин-код не набирала, да. правильно? Да. Потому что пин-код тоже нужно запоминать. Да. И все быстро, удобно. Быстро, удобно и доступно. И не нужно стоять вот в той да, в очереди, долгой, очереди. Да-да-да, муторной очереди вечером после рабочего дня. На мероприятии присутствовали официальные лица: Владислав Шиленко, заместитель председателя Западно-Сибирского банка Сбербанка России, Андрей Лухменев, директор по внедрению инноваций компании Visa, Илья Коробов, генеральный директор Impass Company, а также Татьяна Назаренко, коммерческий директор сети супермаркетов «Югра-Торг». На пресс-конференции, посвященной этому событию, участники отметили важность того, что терминал установлен именно в Ханты-Мансийске. Участники выразили уверенность в том, что это только первая ласточка, старт нового большого проекта, который принесет пользу для повседневной жизни жителей Западно-Сибирского региона. Почему Ханты-Мансийск? Потому что, на наш взгляд, это динамично развивающийся город. Мы планируем в следующем году здесь провести Сбербанкиаду, привести более 1000 человек. Поэтому нам важно, чтобы жители чувствовали, как динамично меняется Сбербанк и какие проекты он реализовывает. Все эти технологии призваны к тому, чтобы это происходило быстро, удобно, и чтобы любой человек как бы мог именно это ощутить на себе, то, что он быстро прошел и быстро получил то, что он хочет. Дело в том, что как бы технология сделана таким образом, что каждая транзакция она уникальна, и нельзя ее скопировать и повторить. Поэтому мошенничество практически оно, ну, сведено к минимуму. На самом деле я убежден в том, что как бы не только в Ханты-Мансийске, но и вообще по всей стране данная технология она будет позволять людям чувствовать себя более защищенно, более комфортно. И на самом деле, как я уже говорил, время тратить свое не на платежи, не на разговоры с кассиром, а на свою собственную жизнь.
Это самое, мне кажется, важное то, что, и нужное, то, что несет эта технология. А что же потребители? Пока шла презентация нового терминала, вокруг собрались толпы зевак. Люди хотели видеть, что происходит, выспрашивали подробности о том, чем им грозят бесконтактные технологии. Такой повышенный интерес говорит как раз о том, что эти технологии выгодны не только для банков, а это действительно так. В первую очередь, это выгодно для покупателей. Лицо компании «Инфас», я тоже хотел бы вас поблагодарить за то, что вы выступили таким, можно сказать, инициатором, как бы первым как бы проводником как бы данной технологии в жизнь, в реальную нашу, да. Вот, мы хотели бы подарить вам тоже от своей компании некий презент. Это смартфон Samsung Galaxy, который в том числе как бы имеет интерфейс, так называемый NFC, то есть имеет интерфейс, который позволит в будущем вам при помощи этого телефона в том числе оплачивать покупки. Спасибо большое. То есть контактный интерфейс. Ну что ж, мы снова готовы вручить некий памятный подарок. В этом случае как бы уже мы хотим вручить Сбербанку России, а конкретно как бы это Владиславу Николаевичу Шиленко за то, что на самом деле Западно-Сибирский банк, он стоит во главе очень многих инноваций. И это очень здорово, потому что мы привыкли, что инновации как-то идут, они сверху вниз, как бы, да? А тут мы видим, что данные инновации, они поддерживаются на региональном уровне. И нам радостно видеть, что они не только поддерживаются, они внедряются в нашу повседневную жизнь. Поэтому я хочу вручить эту памятную почетную грамоту и надеюсь, что в дальнейшем мы тоже будем продолжать это направление, будем все новые какие-то интересные вещи внедрять в сибирском регионе. Ну что ж, я думаю, сегодня мы все с вами убедились, что технологии шагают по планете. Буквально через несколько лет в наших с вами кошельках не будет больше кучи наличности, а будут карточки, и наше будущее – это вот эти малыши. Терминалы по бесконтактной оплате. Просто поднес карточку и расплатился за все, что угодно.